Но она, короче, не самонаводящаяся, да? Она была раньше, сама здесь теперь нет. Ну, там диспетчер нужен, конечно. И что вы вообще про что-то другое? А есть подарок. Про ракету, ты правильно закидываешь, что хуйню летит, ракета. Правильно? Ты не мог. Да, да, вот это вот ЧПшное. На ракету похоже. Ну, что-то такое, на астероид, я думал, больше. Да? С земли на земли, да, которая вылетает. Сопля в народе. Ебать. Космогония какая-то, ебать, началась, нахуй. Да пора уже кисляков добавлять, что пиздец приуныли. Да я про что говорю, что типа, блядь, моя шутка заключалась в том, что Сармат есть такая ракета пиздатая. Она долетает, блядь. Там, где я живу, в городе. Ее тут делают. Угу. Вот и все. Интересно, я сколько. Думал, фразы все поняли про Сармат, оказывается, нихуя, прикинь, Сань. Сколько лет ее делают там на ракету, интересно. Так, блядь, уже на потоке. Там, блядь, короче, вот все заебись. Пару дней. Ну не пару, блядь, пару. Пару месяцев. Точно. Там нихуя махина, блядь. Пэса что-то знает, похоже, да? С Красноярска. На производстве работает. На молоке. Ну, какой-то для прикрытия. Ну да, ракеты молоко, одна херня, да. Ну нет, ну называется же оружие как-то по-доброму. Типа там солнце, пиок. Нихуя по-доброму. Светочивый газ с ромашком, да. Ты попробуй под солнцепёк попади, бля, нихуя там доброта, бля. Да, Буратино, да? Ну да, ну, то есть есть такая цель. Как-то ракета Буратино. Вот Катюша, я понимаю, бля. Это все суровое, да. Солнцепёк, бля. Солнцепёк, нихуя, ты под 50 градусов выйди, бля, охуеешь. Ну под минус 50 регулярно. Минус не плюс, блин. Да, да. Файвхед просто. Монка гига. Минус не плюс. Слыхали, ёпта, такое. Садись два, ебать. Ну хули, нахуй. Что правда, то правда, блин. То и не ложь. Ебать, народные мудрости пошли. Да. Такая есть народная мудрость. Как-то я мыл посуду. И смотрю. Аленка, значит, моет пол. Ну и, короче, ну, она в халатике таком, в коротеньком. Ну и смотрю такое. И вспоминаю фразу своей бабушки покойной. И фраза эта гласит так. Хозяйство вести, не мудями трясти, блять. И продолжил молча. Так что вот так. Баба по итогу и хозяйство навела, ему дями потрясла. Ну, ты имел в виду, что, ну, мыть посуду там, блядь, грядки полоть, там всю эту хуйню. Это все-таки тебе не детей делать. Ну не ебстись. Не ебстись, да, мудями не трясти. Сложно. Таких слов молодежь не знает. А чё ты тут умер, блин? Так, что это? Пояс. Кому-то надо вообще? Кому не надо. Нсика, будешь дамажить? А, Нсика в камне. Понял. Весу, скажи пару слов за ШП. Что здесь надо делать на Синдре? Пару слов сюда-сюда. Чисто пару слов. Черное не белое, вот как народной мудрости. Рассказывай. Дебафы на все, смотри, какие вешаются. И все. И прочитай, что на них написано. Две штуки, да, собирают их? Саня, походу, отошел, короче, маленько. Просто не знает.
Да ну все, он знает, ты чё. Так, пошли, ебашить. Я кого-то пиздак снесут. Вот они, слева направо. Вот она, охуенно вот она. Идите туда, сейчас мобы пойдут. А, пацаны, ИВЛ вам поставил. Кайфаните. Самый смелый там. С ним нахуй, хули он встал. Отойти нельзя из-под вертушек или что? А, это Зенсик. Вы бьете вообще или что там? У меня какая-то магазин совсем. Бафа нету, блять. Спасибо. По новой пошли, да? Нет. Будь здоров. Спасибо.
Не, мы были сегодня в каре, и Синтек признался, что как бы, блядь, он ожидал от дальнобойщика большего. Да-да-да, было-было. Вот так он вот. Говорит, блядь, типа ничего не было, а я, говорит, жду что-то, блядь, ожидаю. Он ждал морковку. Было-было. Вот он в магазин за морковкой побежал. Ну да, что-то он опять как вчера ушел за морковкой. Там дальнобойщик недалекий, намеков не понял. Городом ржем с ваших шуток. Что за город у тебя, Синсика? Магнитки он вроде. Город мертвецов. А, некрополь, точно. Спот города. Да, мне такая же шутка, честно говоря, некрополь. Это что-то мертвое, блядь. Ну да. Город мертвый, да. Это из Черепашек Ниндзя. Герои третьи. Черепашки ниндзя. Чайпок. Пук. Человек-хурюк, блядь. Хурюк уже не человек. Ну да, ну такая игра. Без негатива. Да, нормально так с шемом в дракончиков. Да. Столько. С вами Ини и Хрептохруст. В программе избиваем драконов. Сейчас я Синдракус расскажет. Ремор, спасибо. Яйцо пошло. Бля, я такую рекламу трусов пиздатую нашел. Сейчас скину в ДС. Контентик подъехал. Там вообще пиздец. Я хуй знаю, кто это создал, тайцы или китайцы. Это гениально. Рыба стоит, можете жрать. Может, не жрать. Пиздец, голубцы, блядь. Кто из вас голубец? Унесут ваши души. А есть ЛК фласка на АП у кого-нибудь? А то я сам поделился. Рибай, он будет в хиле или в ретрика ему? Короче, в ретрика спирнулся. Геншином бил. Ставьте шкаф. Кому сопроты надо обмен? А ханты вообще пьют сопроты здесь нет? Там с той силы титана там раздают. Mm.
на Геру. Во флазилку кинул, ребят. Стой, силы титанов на Новый год вроде. Чё? Эй, реклама трусов смотрю. А, это корейский, где пенис вытаскивается топово. Или тайландский, я, блядь, тоже смотрел. Там вообще, там хай-тек какой-то ебанутый, я хотел заказать даже. Там да, просто да, надув. Да, охуевший, я тоже видел эту рекламу, вообще охуевший. Сука, нехуевый, блядь. Дайте теперь знаю, что на Новый год хочу. Серьезно, это вообще прорыв, блядь. Вот реклама... Без рофла это пиздец. Да, это вообще охуевшая реклама. Блядь, не могу. Автоматически, да, вытаскивается? Ну там в натуре двойная такая тема, что его и не продует, он автоматом. Там одной рукой, короче, можешь по телефону разговаривать и писю. А мы яйца не преют, короче. Да, 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 да. Это жестко вообще. Че, Войт, скидываемся тебе на Новый год на такие? Там узкоглазые маркетологи просто разъебали пьедестал, пацаны. Мы Войду на Новый год на Иисусе тряпку скидываемся. Нет, не, ну вы жестко будет вообще. Нет, трусы это. Ну вот такие вообще не грех нахуй. Это просто. Да, да, да. А можно такое новшество двух танков в одной пассе засунуть? Ну, я подумаю. Я пошел письмо Деду Морозу писать. Чем это нам может грозить? А, да, закинуть. Эти трусы одеваешь и в Варкрафте, плюс сразу плюс. Я думал, говорю, байтанчик. А че, где треугольник, где трусы? Трусы его в холодилке. Не, ну теперь, когда будут, блядь, треугольник ставить этот зеленый, все. Все эти трусы будут. Опа, маркетологи. Корейские, нахуй. ПС по бенстеллеру. Спасибо. Диола, ты тут первый раз? Пока в глыбе там, обрати внимание, дебаф, освобожденная магия. Когда он на тебе, не стакай много стаков. Значит, сдохнешь. Глыбы фуловые стоят. Справа одна фуловая стоит. Крюк, догоняй. Или ты тут не стак, а до 10? Я до 7 до... добираю, да хватит. Ну, меньше. ДЦ слабый. А что если уже 12? Притяжка сейчас будет. Лучше пиздарик идти пройдет. В смысле, блядь, порта сейчас? Сука, не пугай меня. Вы чё, блять? Вы двойной дамаг получите.
Ебать. На лестнице метка. Стопните, стопните, блядь, 20% нахуй. Ебать. Копать. Метки, блядь. А что это было? Ну она решила по оригинальничать чё. Это ГП было. Ой-ой. Не скликнул вместо ностальгии, дал Авелане и истерию. Давай отрабатывай. 500 голдыстия. Понимаю. А, тут уже так работает? За миссию 500 голды плати. Да, бля, не скликнул. Это с тебя 500 голд. Ну, получается, что так. Развели, бля. Заскамили. Сейчас. Так. Была там притяжка была прям буквально через секунду. Не знаю, что сейчас будет с главой. Аза. Первую звезду сразу разбиваем. Уйдите от звезд. Сразу разбиваем. Хорош. Хурюк, как дела у тебя? Быстрее его тоже разбейте. Ёбаный бич. Где танк? Так, злобного хитти. Ну ты таунт нажмешь, ебаный в рот. Не бейте эту глыбу, будет притяжка. Отойдите назад. Беги, малышка, беги! Дайте Виньола мет. Отбегите, отбегите от него, отбегите. Вот, теперь эти метки все бейте. Ауешьте. ПС и гимна ХП. Ауешьте. Если зауешьте, убьем. Быстро ауешьте. Все забыли, ауешьте. Злобного, злобный фул прожил. Авелания вынеси. В сторону вынеси. Я знаю. В сторону. Все, иди скидывай. Только в Авеланию не заморозься, не заморозься. А уешьте метки быстрее. В сторону тоже. Авеланию разбивайте. Вот Хольдринг звезду. Тоже его разбивайте. Ты скинул там стаки, нет? Да, скинул. Ну так иди меняй, что ты дрочишься. Хильте его. Следующую звезду будет притяжка. Звезду. Майамик. Майамик, выбеги. Майамик. Отбегите от него. Хорошо, что разбежались. Молодцы. Не бьем, будет притяжка. Не бейте. Потом после притяжки Ниола стопни. Не сдыхай. Геншин на хп дай. В принципе, уже хильный. Так, на мне метка. Я ставлю рядом. И как это? Ну, сразу разобьете. Сразу разбивайте меня, злобного поднимите, уроните злобного, сразу вайп будет. Быстрее разбивайте меня. Следующую звезду и сразу разбить. До берсы 3 минуты, так что не делайте хуйни. Иди скидывай. Звезду, метку, кто там? Все, захильте его. Все, разбивайте сразу. Еще одну притяжку подождем, потом будем зергать. Звезду следующую и сразу разбить Геншин. Ты таунтишь или что? Я не могу понять. Или у тебя промахи? Иду скидывать. Так, скинул, иду менять. Следующую звезду и сразу разбить. А нет, будет притяжка. Следующую звезду просто. Не бить. Так, равник. Велики ушли. Ушли. Войд, прожмись. Так, смотрите, будет притяжка. Притяжка. После притяжки, как глыбу разобьем, Геру дадим и уже будем ДПС по боссу. Можете уже Геру давать. ДПС по боссу. Нсика в сторону, я пойду скину. Злобного хильте, он сейчас босса держит. Зубы ему там дайте. Нсика хэпал, конечно, его бы разбить. Ну ладно. Ты остальные 4 хила хильте, похуй на освобожденку уже. Все, в сторону типа 12 атаков все набрали. Дал. С дыханием. Ну-ка, этот клык, блять, выпадет когда-нибудь, а? Тоже хочу на протопалосе. Так, защитник.
Там только вальки, не спульте на личе. А что это, ты себе эту вкачал наложение? Какое наложение? Ой. Чё? Грыч, ты себе наложение вкачал, что ли? То у меня было всегда на ДК. Он не на этом, не на ДК просто просит иногда. У него же на дроле нету наложения чар. А, победа. А чё победа еще лич? Валик согрели. Бейте валик. А, ну... Бейте валик. Бейте валик, бейте валик, бейте валик. Давай отойдем, чтобы не сагрить вторую. Как вам такая идея? Давай, отойдите все. Да не туда, ебаный в рот. Там валька ближе летит. Отходите сюда. Отойду на минуту. Вторую сагрили, да? Ну, вообще похуй, да? Глаза минус, нахуй. Что это хуйня? Что я, блядь, ауешил сразу, нахуй. Две вальки, нахуй. Ну что, будем бить ее или нет? Бейте, диспельте, сбивайте каст ей. Стан готовим. Бейте звезду, ее надо убить. Есть дамакос или нет? Готовьтесь ей сбить каст, если что. Станом. Какой-нибудь хуйней. Какой-то пидор откидывает там, убейте его, блядь. Элем. Этих мудаков. Даже у них есть элем. Не успел, нахуй. Диспельте с нее, эту хуйню. Ёбаный в рот, нахуй. Пыса где? Келе, злобный топа. Ну а кто шестой будет? А чё, вы не захилите или чё, не вкуриваю? Неужели прибыли наконец хвалёные силы света? Неола хуёвый, да? Вроде камни на СПД стоят. Не могу понять. Чё, он не захилит или чё, не могу понять. Тебя просто и Неола, и Хапал бичи полные. Вот, можешь открыть. Там половина исцеления паладина, это просто для света. Да как хули ты не хилишь? Я чё, ебу что ли? Я пытаюсь хилить, у меня даже мана кончается, я, блядь. Все ну так, блять, ну, делай что-то, я хуй знает. Как это, не захилите, нихуя вы гоните, блять. Там два шамана нормальных, они из заражения с чё подхилят. Чего? Ладно. Чему, кто подиспелит? Ну, Линсика, блядь, хуёво хилит, к чему диспелит. О, блядь, пизда вам, пацаны. Обанстили РПС. Давайте кто-то другой. Пока не поздно. Я вот так и кричать, пиздец, мне и бежать. Можете не диспелить, да. Нахуй, я въебу ГП всем 5 хилам сразу. О, пацаны, не диспелим. Звучит как вызов. Вон шарк, шарк. Топовый анонс шарка был.
Блэк Стиллер Салливан. На злобном нам надо диспелить это мишка, если что, сам не нужно себя диспелить. Стильно. Шаркаль появился, сейчас забери. Ничего больше не будет. На край. Шаркающий рейдер. Шаркаря забери, прием. Шаркаря. Злобный. Топа, а ты что, блядь, просто АФК ушел? Оскорнение, разбежались. Пидоршу, пидоршу, бейте. Чё делаешь, если чё? Встаньте все в одну точку, а? Сейчас будет вальки одновременно с оскорнением. Все, милики с центра выходите. На кольцо. Смотрим оскорнение. Все, валик бьем. Будет вас не хватать. Ностальгия, ресы, не люблю щиты. Ностальгия, ресы, не люблю щиты. Оскорнение, 2 секунды, разбежались с центра. Ностальгия. Так. Вставание, люблю щиты. Бидон, ставь тотем. Оскорнение, вышли. К личу подходим. ПС. ПС гимноману. Бьем валик. Робик похуй, это лох. Похуй уже, зауешили твой ромбик. Сколько там одеялка дамажил? Оскорнение 3 секунды. Уходим с центра. Возвращаемся в центр. Фулл ДПС полечу, валик бить не будем, просто замедлим и пойдем на край. 3%, 2%. Готовимся валиком, просто стан. Гнев небес и идем за лечом. 1%, пошли за лечом к локовскому порталу. На секунду оскорнения. Так, не успел кинуть, все, пошли на край. Вадикон по бидону. Призван, ставь тотем. Майами гимноману.
ностальгия Инерпа не люблю. Не толти. Пускай на мне висит. Подлебала не заходите. Хилы готовьтесь захиливать сейчас. Неволу захиливаем. В комнате тебе надо захилить зеленого и убить красного. Слышишь, и Неволу? Вытаскивай на панель. Значит, сковывание нежити на панели у тебя должно быть. Им кидаешь в красного, когда он начнет каст. Смотри внимательно, не проебись, иначе мы выпадемся. Восхранение 2 секунды вышли, отличие отошли. Давай, и Неола у тебя там получается, все. Духи летят, иди хлопай, что ты тут стоишь. Только по одному. Мегахант, как дела? Ты тут первый раз, да? Шли уже, уходим отсюда. Так, Анила вышел с комнаты, осквернение разлили. Плечу идем. Прячемся за спину Лича. Медведь, ты иди духа встречай. Только по одному, по два хлопа. Я славлю. Сейчас жатва будет. Сейчас хилы готовьтесь захиливать. Захиливаем ММВП ханта. Хант глушащим выстрелом сбить каст красного духа и убить красного. Как можно быстрее. Все прожибки бурсты отдавай. Искорнение. Искорнения разбежались. И за лечом идем. За лечом. Давайте Геро. Давайте. Прячемся за спину Лича. Есть ПС? Осквернение. Да, есть ПС, кидай на войду. Всё. Дохла, тварь. Конечно, бай потряс. Пайси. Сейчас заново пиздить будет. Хоть бы раз дал допиздить его, а? Ой, ты мне дай еще ЕПшку за Грул Магик. На замене сидел. А ты кто такой? А это... кто? А двойной ЕП ты не лутаешь? Да-да-да, а ты кто такой, бать? Это Холидринг. Он не был на замене. Тройное ГП лутает, пацан. Тройное. Был он. ГП, да. Можно снести на Синтека, спасибо. Че, пойдем в десятку, Гер? Бля, мы же не допронесли. А Биг Дэм что-то говорил? Биг Дэм ушел. Он же спать пошел. Нет, Биг Дэм спать, пошел, спать, да. Ну ладно, он тогда потом. Спать. Вот куда пидор по тапкам дает, а? Перекини по дорогу. А 25-ки Герон тоже по тапкам дают? Ты тоже на престолу? Да. Да, я тоже на престолу. Ну, то есть я попросил тебя поменять, но я пришел раньше. Так ты на рогу не лутал? Ты на первой целка на престал лутал? Смотри, я на первом целка на роге залутал, потом попросил тебя перед рейдом поменять. Ебать. На преста. Думал, что не буду сегодня, но я пришел, успел. Типа вот, на двух боссах хотя бы. Я столько уже этой хуйни все перекидывал, что я уже запутался, я уже не помню, что там. Ой, ты сделал. Правильно. Еще осколок. Запечатанный сундук. А что это такое? Запечатанный сундук. Это не ваше дело, это мой сундук. Да как ты не наше? Даже не как. Шейм соберешь, и тебе такой дадут. Яси. Давай делись. Ой, там.
мне нужен, только на скид. А на тебя бесконечно падает? За хуйня у этого, у мегаханта, стреляющая кристаллами, уви, какая-то удлиненная винтовка. Это что такое? Кто такое видел вообще? Ну, это у него, наверное, этот... Это Сталгорода. Это трансмок, видимо. Вот такая вот. Это Сталгорода. Трансмок. Это Сталгорода. Да, это трансмок, у него арбалет такой же. Вроде. А, нет, Сталгорода у него. Это ДЦ-шный же, да, посох? ДЦ, холь, ну, в принципе, хиловской. Холиковский больше, чем ДЦ-шный. Так, Ностальгия, ты уверен, что тебе эта хуйня нужна? Ну, смотри, я просто играю за дерево в ПВП, и поэтому мне, да, мне эта хуйня нужна. Тебе нужна полка устойчивости. Опять же, кому еще? Тут такой вопрос. Ну, тут, получается, и не Ола, но у него одна ручка, и оффхенд, получается, и одеялка еще кидает. Так у него говно, ему нужна палка. Просто я с десятки мог хожу вообще в двойку и башу за дерево. Ну, наверное, и не Оли больше пойдет. Он как минимум хил. Не, если свой пацан и все там ровно, все у него есть, все, ну, базар мало, отдавай. Ты будешь носить не Ола эту хуйню, да? Прием. Ну, у него 51-я пуха, в общем, грубо говоря. То есть ему этот посох апнет. Ха, Бенсир не успел поставить еще один каминор. А, Синтек Фрик. Я прогадал твою работу. Я опередил. А можно для портала для людей теперь, а не рулетку? Чё? Портал? А чем мне нравится? Сколько выпало в итоге? Бесплатный портал, я даже голды не... Лучше бы в каминор полетел, блять, а то из Даларена депортировали нахуй. Пойдемте груля добьем. Кто был в первой? Мы что, без вайба получается прошли? Все по топовому прошли.